Да, конечно, можем помочь. Желанию помогать возраст не преграда, считает 53-летний прапорщик в запасе Иван Никулин. За плечами 20 лет службы в Сызранском вертолетном училище. Полгода назад увидел сайт волонтерского движения «Мы вместе». С тех пор забота о людях – неотъемлемая часть его дня. Приходим на дежурство. Первая смена в 9 часов. Здесь уже все должно быть включено, потому что буквально замечали, что в 9 часов уже, наверное, начинаются звонки. Если нужно попасть на вакцинацию в поликлинику или требуется помощь в доставке продуктов и лекарств, Иван Никулин у телефона. Волонтер признается, работа в молодом коллективе бодрит лучше крепкого кофе. У нас очень дружный коллектив, у нас очень хорошие, активные волонтеры, которые всегда готовы прийти на помощь. Это ребята от 16 до 60 лет. В том числе и серебряные волонтеры, которые не находятся на самоизоляции. Серебряные волонтеры – это добровольцы, которым 50+, которые тоже волонтеры, очень активные люди, жизнерадостные, готовы прийти на помощь. Присоединиться к волонтерскому движению «Мы вместе» может любой желающий. Записаться можно через группу добровольчества ВКонтакте, по горячей линии колл-центра или на сайте добро.ру. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.